Вообще говоря, не надо забывать о том, что, в общем, и музыка хорошая, и слова тоже, и девочки талантливые. И совершенно ясно, что они не соответствуют, их жизнь совершенно не соответствует тому имиджу, который Шаповалов для них создал, вот таких юных лесбиянок. Это совершенно не так, конечно, это очевидно было. Поскольку мы сейчас решили уходить от лесбийского имиджа, вот, потому что, ну, я думаю, что всем уже известно, что, как, ну, если что-то было, конечно, да, это период такой очень сложный, подростковый, как раз и в этом возрасте мы пришли на сцену, и, конечно, это было и актуально не только для всех остальных, но и для нас тоже. Не можешь ты понять, что вот, например, если есть лучшая подруга, ты не понимаешь, у тебя к ней дружеские чувства или нечто большее. Или это какое-то влечение к девушке. И потом, в любом случае, каждому хочется попробовать что-то новое, что-то там. Вот, поэтому все это, конечно, присутствовало в жизни, и это использовалось просто качественно, умело, и сыграло огромную роль. Но за это, опять же, спасибо Ване. Они вообще очень отличаются от своего сценического имиджа. Да, сценического образа в жизни. Они совершенно кардинально образом. Да, совершенно другие, на самом деле. Крыжовник, да. О! А, он, помнишь, кисленький, бодрит так. Просто интересно чисто наблюдать за девчонками. Вот это вот, мне кажется, даже намного. А мне не интересно чисто наблюдать. Мне интересно было с ними чисто общаться. Мне интересно было за ними. Изначально, да, мне было интересно за ними наблюдать и общаться. Но это все входит, Оль, наблюдать это входит в общаться. Нет. Наблюдать это одно, общаться это другое. Нет. Ну что с одной и той же программой ездить? Ну все, вилла надоела уже. Ну я сошла с ума выходить на сцену, петь там, не знаю, как в миллионный раз. Ну это же все, это же уже каюк. Ты ненавидишь эти костюмы, ты ненавидишь эту песню. Когда поешь, слова забываешь. Нормально, да нормально, она сейчас ее над водой. Помахай что-нибудь. Нормально, нормально. Нормально. А врач есть доктор? Я доктор. Нормально, не надо ей больше ничего, махай просто. Ей нормально, ей вода вполне помогает. Настя, сколько она сегодня ела? Она ела рано. Ну молодец, видишь, она опять сегодня ничего не жрала, вот ну пожалуйста. Подожди. Сейчас затылок. А лучше чай, давай, знаете, остатки чая. Лучше тебе банку. Дай мне эту. Смотри, ты банку отверни. Банка холодная, не сбери. Сейчас я налью ее чай. Сладкий ее. Отверни ее. Сейчас внесем. Лен. Не можно. Разоела. Лен. На сладкого чая, я тебе не горячего сделала, на попей. На. Сейчас, я его сейчас пролью. На, давай, давай, держи. Прям сладкий, попей чай. Холодно? Холодно. А, ну это хорошо. Я тебе водой-то от души сегодня облила, Лена. Волосы даже не знаю. Поехали просто в гостиницу. Гостиницу сделаем. Там на глазах у изумрудной публики уже смысла никакого. Давай, знаешь, что на нее сделаем? Сейчас ей надо... Есть какую-нибудь резинку у кого-нибудь? Там этот краповый. Где? Серег. Да, пожалуйста, Саш. Сейчас мы ей капюшон на голову оденем, а то она вся мокрая, чтобы не заболела. А можем бандан черный? Давай. Ё-моё. Дед, не больно? Нет. Что, тебе надо прям нафигачить так вот нахуй?
Я начинала читать Ницше. Не в обиду там сказано тем, кто его любит. Я прочитала 2 страницы. Я плевалась. Я не могу читать. Это, ну, с моей, да, точки зрения такой бред написан. Ну просто бред. Я продолжаю простые движения. Очень давно не ходила в церковь, первый раз когда пришла. Я вот попала на исповедь к этому священнику, который сейчас является моим, ну, духовным отцом, да, начала ему все рассказывать, что я вот являюсь солисткой группы «Тату», что у нас лесбийский имидж, тра-та-та-та-та-та-та, это же тоже, ну, Содом и Гоморра. Вот. И он, конечно, там сначала смотрел на меня вот такими вот глазами большими, то есть, как бы, ну, ему, видимо, тоже страшно стало. Потом там вроде как, ну, разговоры, вот, и он как бы, он вообще мне сказал, тебе пора начинать сольную карьеру, куда-нибудь направлять ее в то русло, где там нет никаких таких, ну, штук-дрюк. Мироустройство, оно в чувствах, в отношениях. Все? Да. А все остальное, это... Все остальное – это следствие этих чувств. Мы все-таки живем по законам этого мира. Вот, то есть я, например, со своей стороны, я не готова, например, бросить все, да, ну, как бы там, или же полностью посвятить себя там Богу. У меня чуть другая жизнь, но при этом я верю, что Он есть, и мне всегда очень плохо, потому что, ну, как бы, все мы люди, все мы грешные, там, все время, боже мой, какой ужас, что же со мной дальше будет? Страшно. Страшно просто потому, что неизвестность впереди. И даже вот почему-то многие говорят, там, вот, умирать не страшно. Кому-то страшно, кому-то не страшно. Мне страшно сейчас. Смерть – понятие. Это понятие. Понятие страха, которое символизирует страх. Чувство страха. Смерть – это понятие, основанное на чувстве страха. Когда думаю, я ложусь иногда ночью и думаю, вот интересно, что будет, если я сейчас закрою глаза, усну и не проснусь больше? Что там дальше? Вот. Никто не знает. А кто знает, тот не скажет нам об этом никогда. Вот. А там просто очень это как-то серьезно. Меня книга не то чтобы напугала, я просто почувствовала себя как каким-то... Там, как вот какашкой такой, прям большой какашкой. Вот.